Как известно, румынский лидер Николая Чеушеску и его жена были осуждены и расстреляны в 1989 году. У супругов осталось трое детей, которые к тому моменту были уже взрослыми. Судьбы родных сына и дочери Чеушеску сложно назвать завидными. А вот приемному Валентину повезло больше. Валентин, родившийся в 1948 году, был не только старшим ребенком в семье расстрелянного президента Румынии, но и приемным. Он вырос и окончил школу в Бухаресте. Там же, в румынской столице, Валентин поступил на физический факультет университета. Правда, свое образование он продолжил получать уже в Лондоне, в Имперском колледже. Впоследствии он вернулся на родину, где служил в Институте атомной физики, а также руководил футбольным клубом «Теоа». В 1989 году жизнь Валентина Чеушеску круто изменилась. После падения режима приемного отца его задержали, обвинив в подрыве национальной экономики. Если верить публицисту Николаю Зенковичу, через 8 месяцев Валентина освободили. Он снова стал работать в упомянутом высшей институте. Мало того, Валентина Чеушеску, который жив и по сей день, до сих пор уважают в Румынии, называя Первым президентом румынского футбольного клуба. Судьба младшей сестры Валентины Чеушеску, Зои, появившейся на свет в 1949 году, оказалась несколько сложнее. Она тоже училась в Бухарестском университете, получив диплом математика. После окончания вуза Зоя работала по специальности в румынских институтах. Говорят, даже тогда, когда ее отец находился у власти, Зоя не ладила с родителями, в особенности с матерью. Девушка вела весьма разгольную жизнь, а в 1970-х годах даже сбежала из дома, в результате чего разразился страшный скандал. Но по-настоящему положение Зои Чаушеску ухудшилось после ареста югославского диктатора. Ее задержали по тем же обвинениям, что и Валентина, и также быстро отпустили, прекратив уголовное преследование. За Зою заступился институт математики, где она трудилась. Более того, дочь экс-президента снова приняли на работу. Однако Зоя так и не смогла оправиться от удара. Она умерла в 2006 году в возрасте 57 лет от онкологического заболевания. Уже ушел из жизни и Нику, кровный брат Зои Чаушеску, родившийся в 1951 году. Нику какое-то время тоже обучался на физическом факультете университета в Бухаресты, но его отец, предпочитавший окружать себя лишь близкими людьми, решил сделать из родного сына своего преемника. Нику Чуушеску, как пишет в своей книге «Политики и правители» Т. К. Варламова, возглавлял городской комитет РКП в Сибиу, был кандидатом в члены политисполкома ЦК. Устроить Нику в Бухаресты не получалось так как он злоупотреблял алкоголем. Тем не менее в то время Нику Никучиушеску в народе называли не иначе как принцем. Но и принц Югославии была арестован вместе со своими братом и сестрой. Вот только Нику из тюрьмы не выпустили, приговорив за геноцид и незаконное хранение оружия к 20 годам лишения свободы. Позже этот срок сократили на четвертый года. Однако на свободе Чаушеску младший оказался гораздо раньше, в 1992 году. Причиной тому стала болезнь наследника от цирроз печени. Именно от этого недуга 45-летний Нику Чаушеску и скончался в 1996 году в Вене, где в тот момент проживал.